Всем бодрого времени суток! Меня зовут Шура, азиатского контента-любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Сегодня мы посмотрим на новый сингл от участника агентства SM Entertainment. Участник группы NCT, ее подюнитов NCT U, Wavy, участник супергруппы Super M, TEN. Это уже третий, получается, участник, на чью сольную работу я реагирую из NCT. У нас был Taeyeon, у нас был Jihyun. Вот теперь до Тенчика добрались. Судя по промо-материалам, что-то нас какое-то эстетское волшебство будет ждать. Поэтому давайте начнем смотреть. Трек называется Birthday. Birthday, birthday. Давайте же начинать, приступать к просмотру. Хана, тульсы, едем. Baby, dance, dance, dance. Run me up for your devotion. СМщики любят надевать свои всякие странные шляпки. Смувовенько. Какой классный кадр был со слоумошечкой. Эти точки в движениях тоже офигенные. И так поет классно, так мягенько. У меня глаз потек. Блин, как он двигается офигенно. Макросъемочки красивые. Услад для глаз, а не клип. Ритмика у трека офигенная. Плотного звука на верхах, да, смотрите-ка. Я думала, что все чисто на фальцетике будет. Блин, у меня аж мышцы свело. Tonight's your birthday. Mm-hmm.
это секс, товарищи. Эстетический оргазм случился. Определенно. Я по-другому это назвать не могу. Ну, блин, офигенная работа. Я когда читала лирику, я, ну, поняла, что я вам не буду буквально ее описывать, потому что лирика похожа на лирику в треке Тайона Ghosts, на который я реагировала. Вот. Мысль, я еще клипа не посмотрела, а уже мысль про Тайоновский Ghost появился в голове. Я посмотрела клип, я послушала трек, и меня не покидает мысль, что очень мне навевает вот на тот трек все это дело. Ну, в плане ритмики тоже. Вот, ну, как бы я уже не раз говорила в подобного формата треках, то, что мне очень нравится вот с таким вайбом треки. Ну, блин, это ж... Вот. И, блин, ну, эстетически очень офигенная работа. Прям кайф. У Тайона-то там, в принципе, это было просто как бы перформанс-видео, и там тоже как бы с эстетической точки зрения все красиво было. А это умноженное в 10 эстетство. Очень красиво работали с образами и одевали его классно. И как бы кадры, как он там, ну, в смысле, позиции относительно как бы кадра. Ну, вы поняли, наверное, что я имею в виду. Очень все классно было снято. Хореография такая тоже прям... Этот трек, в принципе, появился давно. Просто это официальный релиз этого трека вместе с клипом, с появлением на площадках. А так он уже много месяцев назад на каком-то китайском шоу, танцевальном, не танцевальном, точно не знаю. Я не смотрела, я просто как бы на днях наткнулась. То, что он уже выступал с ним довольно-таки давно в Китае. Вот, то есть замечательно то, что он все-таки в свет вышел официально, и мы можем насладиться теперь на музыкальных площадках, умереть от этого клипа теперь в любую секунду, посмотреть. Замечательная работа. Мне все понравилось. И пел он хорошо, как бы... да. Как бы у меня никогда не было такого ощущения, что Тен, ну, прям супер силен в вокале, то есть, ну, как бы хоряга — это его больше сильная сторона, а здесь мне прям очень сильно понравилось, как он пел. То есть фальцетик, и там потом микстанул он вроде бы, если я правильно расслышала. Ну, то есть очень плотненьким таким звонким звуком прошелся по верхам. Классно. Не просто там чисто фальцетиком. Тоже хорошо. Ну, вот когда плотненько, мне больше нравится. Ой, хорошо. Замечательно, замурчательно. Я подругам своим говорила, то, что что-то там от Тена ожидается. Ну, когда промо-материалы начали постить, я думаю, я когда до этого дела доживу, когда это дело посмотрю, я умру. Вот, ну, как бы, не буквально, конечно, но как бы в душе я умер очень сильно. С радостью и с счастьем. Помирала я. Ай, сюда ничего вводить не буду. Тен там работ, ну, как бы официально выпущенных раз-два я обчелся. В принципе, они у меня все в плейлисте есть, по-моему, 3 официальные работы у него. Ну, как бы 2, и там какой-то NCT-шный трек, который я как бы не могу все-таки к нему причислить. Вот, в принципе, вот 2 его сингла у меня в плейлисте есть, которые существуют у него. Вот. На этом, пожалуй, будем заканчивать. Пишите в комментариях, как вам это дело все. Получили ли вы эстетическое кое-что или не получили? Объясните мне, как вы его не получили, если не получили. Мне часто интересно, как можно вот от такого устоять. Это ж просто вообще... слюни. Ой, все, ладно. Всем спасибо, что смотрели. Пишите все, что хотите. И всем пока-пока. Like